Внимание, вопрос. К какому виду спорта вполне применима поговорка «не подмажешь, не поедешь»? Этим вопросом и открылся проект «Олимпийские знатоки». По сути, это серия игр по принципу викторины «Что, где, когда». И хотя тема одна, олимпийское движение, ее разнообразие поражает. Ведь нужно быть знатоком истории самих игр, возникновения тех или иных видов спорта, входящих в олимпийскую программу, имена участников олимпиад и их подвиги. Трудностей особо нету. Как бы есть такие вопросы, ну, виды спорта там из старых времен там тяжело ответить, а в остальном все справляемся. Максим Добров – лидер команды знатоков 9-й спортивной школы Ульяновска, где базируются борцы вольного стиля. Они одни из первых, кто откликнулся на призыв регионального олимпийского совета поучаствовать в проекте «Олимпийские знатоки». За соседними столами представители школ греко-римской борьбы, легкой атлетики, шахмат и многих других видов спорта. Наша задача вот посредством этой игры включить желание интересоваться спортом у детей. Вот. Многие же не знают ни истории олимпийского движения, но что наша задача, чтобы после игры они заинтересовались. Ответили неправильно на вопрос, они полезли куда-то в интернет-пространство, в книги. Около 2 часов длится игра. По ее ходу выясняется, что математик Пифагор был чемпионом олимпийских игр в панкратионе, а самый высокий старт во всех видах спорта у парашютистов. При этом чаще других олимпийские игры современности принимал Лондон, а самая титулованная отечественная спортсменка – гимнастка Лариса Латынина. 9 раз в ее честь звучал гимн Советского Союза на олимпийских играх. Вопросы на эти темы участники щелкают, как орешки. Я удивлен, я даже честно скажу, я не ожидал, что вот малыши, особенно юные спортсмены из Ленинской спортивной школы, у нас такое большое количество правильных ответов дали, что даже ребята более старшие были в затруднительном положении. Вопросы были непростые. Но даже в интеллектуальной игре спортсменам не обойтись без призеров и победителей. Лучший результат показала команда ФИФ. Это сборный коллектив из борцов и легкоатлетов. Они набрали 34 балла. И хотя отрыв от ближайшего преследователя составил 10 очков, чемпионы заметили – резерв для совершенствования еще есть. Надо историю повторить всех олимпийских игр, всяких видов спорта, побольше, может, фильмов посмотреть. А мы же спортсмены, для нас в слое физкультура, культура на первом месте. И я рад, когда наши спортсмены проявляются еще и в каких-то интеллектуальных начинаниях. Проект «Олимпийские знатоки» долгоиграющий, заверяют организаторы, и надеются, что к нему присоединятся представители всех спортивных школ региона. Ведь именно со знания истории начинается путь к большим победам на спортивных площадках. Михаил Сашанский, новости Ульяновской правды.